Тем временем антироссийские санкции больно ударили по Финляндии. За год в стране закрылось более 500 молочных ферм. Причиной банкротства стала российская эмбарго и отсутствие спроса на продукцию на внутреннем рынке. Дело в том, что прибалтийские республики перенасыщены собственной молочной продукцией, и как результат жестко растет конкуренция. Чтобы спасти отрасль от окончательного разорения, правительство Финляндии обещает выделить фермерам специальный кризисный пакет. Правда, размер финансовой помощи будет известен только осенью. По данным властей, в прошлом году доходы молочников упали примерно на 40%. В этом году убытки обещали сократить. Но между тем, финские фермеры уже не раз выходили на акции протеста с требованием отказаться от санкций в отношении России.